Здравствуйте! Вы на канале «Волшебный Джуд» и прочее. Сегодня решила приготовить для своей внучки небольшой симпатичный презентик. Решила оформить рамочку. И для этого мне понадобится джут натуральный, джут окрашенный в сиреневый цвет, клей полимерный универсальный водостойкий, конечно, инструменты, а также маленькая схемка и самая обычная деревянная фоторамка. Для начала по схеме укладываю сиреневый джут. С боков немного стягиваю и уже потом доклеиваю до конца. Снимаю сразу, на концах закладываю небольшие складочки и соединяю концы. Это часть банта. По краям проклеиваю двойной нитью. У меня три части банта. Теперь делаю ленты. Одна на всю длину формата А4, а другая покороче. Обе ленты из 8 нитей джута. Концы лент выстригаю уголком, но вполне можно обрезать и наискось, например, по желанию. Теперь рамка. Я вынула стекло и картон и обклеиваю все поверхности натуральным джутом. Теперь заготовлю середину банта. Скручиваю ролик и накручиваю столько, чтобы размер был больше страза, который я хочу приклеить по центру. Thank you.
ролика 2, и я их склеила между собой. И к нему уже приклеиваю часть банта. Можно собрать всю композицию. В угол приклеиваю обе ленты. На них приклеиваю сам бант. Я его уже задекорировала. Ленты промазываю клеем, чтобы они стали помягче, и легко можно было бы придать нужную форму. Приклеиваю к рамке. Добавляю пару завитков. Ну, теперь можно посмотреть, какая рамочка получилась. Я немного оформила противоположный угол россыпью разных страз. По диаметру они разные, но по цвету они все подходят сюда. В рамку я вставила рисунок любимого внучкой персонажа из аниме, но вполне можно вставить и любое фото. А еще шикарно будет смотреться обычное зеркало. Друзья мои, если вам понравились мои декоративные штучки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие мои видео. Спасибо, что нашли время и провели его со мной. Будьте здоровы! Всем пока!